сильно понятно. Вроде бы правая тряпка. Не та, третья лежит. Он смотри, не надо бежать. А вот дергать опасно. Живой. Не дергай, он стабильный. Чоловік 30 років. О, спав на дивані під час прильоту. Придавило плитою. Ось майже 3 години його визволяли з плити. Живий, здоровий, все добре. Кричали, завалом люди кричали, но не очень, конечно, было слышно. Шок был. Спасатели приехали, люди просто под завалами. Мы просто сразу в чем были, эвакуировались, просто кот остался перепуганный, мы не знаем, просто живой он или нет.